В республике зарегистрирован очередной факт мобильного мошенничества. Схема такого обмана весьма распространена, и его элементы уже известны многим. Но, как оказалось, у людей не возникает сомнений, когда человек по телефону называется представителем правопорядка. Продолжит Виталий Абрамов. На днях в один из спортивно-оздоровительных комплексов Якутска поступил телефонный вызов. Звонивший представился новым замначальника ГАИ и попросил сертификаты на посещение бассейна с условием их доставки. Представитель же комплекса, подготовив сертификаты, выехала в управление ГИБДД. Когда женщина находилась уже в пути, к ней поступил повторный звонок, в котором мошенник попросил заехать в магазин и купить продукты, а также пополнить баланс нескольких номеров. Женщину не смутило, что и входящие, и номера, на которые нужно положить денег, были другого региона. Конечно, сумма меня сперва очень насторожила, но как-то человек убедил, усыпил, скажем так, мою бдительность и убедил меня, что вот деньги мне сейчас же в управление ГАИ вернут. А, к сожалению, что он очень занят этой комиссией, занят проверкой, поэтому у него нет никакой возможности выехать и пополнить свой счет. Таким образом, потерпевшая закинула 66 тысяч рублей. Прибыв по адресу, она, естественно, не нашла нужного ей сотрудника, но обнаружила еще трех человек, которые так же, как и она, привезли сертификаты. Во всех четырех случаях потерпевшие являются руководителями спортивно-оздоровительных комплексов города Якутска. Схема мошеннических действий является стандартной. Злоумышленник звонил на рабочие телефоны с абонентского номера другого региона и представлялся заместителем начальника ГИБДД. По данным фактам ведется проверка. Операторы связи сообщают, что подобные действия, к сожалению, не редкость, и выявить мошенников крайне трудно, так как перечисленные деньги тут же переводятся со счета на счет и уходят через незарегистрированные электронные кошельки. Розыском мошенников в подобных случаях занимается МВД Российской Федерации, а именно специальное подразделение К. О каждом таком случае мы рекомендуем абонентам сообщать на короткий номер 0500, либо оставлять сообщение на сайте Мегафона, либо отправлять на короткий номер 1911. Так что, дорогие якутяне, вас всегда должны настораживать телефонные звонки и сообщения с незнакомых номеров, тем более не принадлежащих операторам нашего региона. И неважно, кем там представляются и что говорят, лучше перезвоните на стационарный номер организации, откуда звонили, и уточнитесь о полученной информации. Виталий Абрамов, Владимир Таюрский, МВК Саха, Якутск.